Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Елена Беремова. Я являюсь директором по маркетингу выставочной компании «Месса Дюссельдорф Москва». Мы являемся организаторами крупнейших B2B выставок в России. Расскажите, пожалуйста, как представитель компании выставочной, как рынок выставок, в принципе, сейчас себя ощущает, просыпается ли, насколько сильно по этому рынку ударила пандемия? Конечно, ни для кого не секрет, что 2020 год был достаточно сложным для выставочного бизнеса. Мы также ощутили, как никто другой, наверное, влияние пандемии и отсутствие возможности проведения больших, крупных конгрессных и выставочных мероприятий. Но мы смогли подстроиться под различные формы онлайн-мероприятий, чтобы также продвигать наши проекты в диджитал-формате. И сейчас мы очень рады восстановлению выставочного бизнеса в России. Нам удалось провести в феврале в экспоцентре первую выставку после пандемии. Это выставка моды CPM, крупнейшая выставка моды B2B-сегмента в России и Восточной Европе. И благодаря также нашему партнеру Retail.ru мы организовали нашу бизнес-программу на высочайшем уровне. Спасибо большое. И можно поделиться какими-то новыми выставками, которые ожидают всех в ближайшее будущее? Конечно, в ближайшее времени, в июне, у нас стартует металлургическая выставка также на территории выставочного комплекса «Экспоцентр» нашего стратегического партнера. В сентябре ожидается опять же выставка CPM. И в 2020 году у нас достаточно плотный график выставочных проектов. И мы планируем стратегическое партнерство с Retail.ru не только по выставке моды, но и также по другим выставочным проектам. Ну а мы, как работники пресс-центра Retail.ru, надеемся, что будем освещать каждую выставку в своем формате. Спасибо вам большое. Пожалуйста, спасибо.